Все, поехали. Не с этого начнем, пожалуйста. Мне как бы в 20... О, ебать, а чё так моментально-то, алло? Стрим еще идет, а уже нарезки, вы чё, угораете? Боже, у меня реально такая залысина была, я реально так сидел. Меня, знаете, меня бесит еще, сука, перезаливают постоянно мои видосы, выкручивают там четкость на 150%, я сижу, у меня просто все ебало прыщавое. Хотя у меня нет такого, я не знаю, как так выходит. Ой, сейчас ГГ будет, чат. Сейчас умрет жук. Это жесть. Окей, второй день подряд с картофеля фри. Алло, откуда у Крейзи Фрога Пипин появился? Может кто пояснить? Он там был, его не было, если чё. Когда его на Муз-ТВ показывали, Пипина не было. Он был вырезан. Звучит не очень. Нет, его не всегда, не, ну, он не всегда был. Не было Пипина! Тин-тин-тин-трин-тин-тин-тин. Он там без письки летит, если чё, на мотоцикле по городу. А куда кидать деньги, уважаемая Анастасия? Я не понял, где ваша шляпа? Тише, вы иноагентские треки поете. А, денег дали. Что? Какие 3 евро в бабки? А, это Польша. Что-то выглядит страшно, если честно. А это трек такой, поняли? Трек постоянно тревожный какой-то. Что будет-то в конечном итоге? Блять. Возьми себя в руки и окунись в невероятное приключение Grand Mobile. Стань героем своего времени и займи свое свободное время с нашей захватывающей игрой. Окунись в мир настоящего экшена и симулятора жизни. Почувствуй адреналин, участвуя в уличных гонках, захватывающих погонях и экстремальных миссиях. Выбери свою роль – бандит, гонщик, полицейский или мажор на крутых тачках. Скачай нашу игру прямо сейчас в App Store или Play Market. Слушай, а может быть трахнемся вон там у водопада? Ты мне очень нравишься. У тебя очень красивые ножки, у тебя очень приятная фигура, очень красивое лицо, очень приятного цвета волосы. Слушай, может... Илюха, я обожаю, откуда-то вырезают. Можно это, пожалуйста, с английскими субтитрами? У меня парень по-русски не говорит. Так может ты сама тогда сделаешь? Алло, гений, почему я для твоего парня должна что-то делать? Или должен? Правильно? Не прыгайте. Или что? В чем прикол? Идешь выпрашивать, да? Та-та-ра-та-та. Сейчас он спиздит. Так это не енот, это, по-моему, енотовидная собака, не? Ой, ты не бухой? Качает тебя. Вон он, охуй мой, лежит. Сейчас найдет, найдет сейчас. Я что-то заспойлерил себе. Нет, нет, сам, Жень, сейчас ставь. Ну что, тебе жалко, что ли, блин? Почему жалко? Ну, он сейчас сам бы взял. Сейчас уводи, блин, что с пакета пиздец. Не понял, что такое? Он не бешеный, блядь? Это
А ты еще пасы на мой этот, блин. Оп! Бля, ну у него бешенство, слышите, скорее всего. Вот урод, а! А пошел отсюда! Женись, вот все ты, блин! Отдай ему рыбу, он срет, блин! Ты охерел! Куда понес, э? А че он насал и... Ой, короче, хуйня какая-то происходит на мрале. Че за хуйня? Смотри, какая уже баня крутая стоит. Хай-тек. Готовая. Ого. Ее только попылесосить осталось. А ну показывай давай, тетя. Че это за будка? Заходим. А ну слышишь? Заходим. Ой, какая большая. Бля, комната. Но снаружи она выглядит круче, чем внутри, это если отдыха. Честно. Прям очень большая. Очень-очень. Печка мощная стоит, грилл комета. Ну и такое, вот короче, да, мне не особо зашло. Пошел! Ох, охуеть! Это гений! Красавцы, ебать, вообще. Только вот второй, вот этот чел, он спиздил танец у Фина. Прям в наглую. Просто его ускорил раз в 10, поняли? Ну, по движениям, побыстрее раз в 10 сделал. Он у Фина прям в наглую его украл. А тот до сих пор, наверное, под манеру флексит. Я даже хз. О, yes or no? Yes. Лампово, лампово, конечно. Кайфовый вайба, вайбова. Но холодно, наверное, я так чувствую, поэтому каминчик специально один и второй. Как будто бы сверху лучше бы крыша была, и вот тогда кайф. Не, котик. Диник. Я и таких людей помню, если чё. Что в Казахстане происходит, пиздец? Там, наверное, где-то, знаете, ну, километров 5 назад автобус просто, блядь, стоит на месте, вместо остановки. Да. По-моему, это можно залить, кстати, нет?
Кайф. Заодно залью в ТикТок. Так, ну-ка, а у меня зальется вообще? Я что-то не уверен, кстати. У меня что-то с модом в последнее время случилось. Хэштег шеф. Судя по загрузке хэштегом, наверное, что-то не... О, шеф, зальем. Хэштег шеф и братишкин зальем. Вот так норм. Но не факт, что залилось. Может кто проверить? Там, скорее всего, не залилось. Да, залилось, залилось. Пока просто не прогрузилось. О, говноеды, ТикТок залили, смотрите. Чё, ещё ебанутый, что это? О, холера, чё это Фредди Фазбер? Вы чё, вообще ебанулись, что это? Ubisoft Бразил. О, тут сам дети, певне, укрыты, чекай, справдзамы, чё сам дети. Блять, что за трек? Скинь ссылку, видоса все еще нет. Походу ГГ. Какие бананчики, что вы пишете? Какие бананчики? Это рейд или что? Я не понимаю. Что происходит? Песня бананчики. 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 Что за хуйня? Бананчики. 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 Я подумал, это какой-то спам, ёбнутый, происходит. Это не бананчики, это оригинальчики. Резонанс реверст. Понял, спасибо. Наркотики, наркотики, амфотравка и квасики. Процентовые выки-выки, але курва з нас są dziki. Gibon jara-jara się, dziś melanż buja mnie. Ona szaleć ze mną chce, to jedziemy już do... Ля, нефоры собрались. Райан Гослинг. Чё? Ой, блядь. Ой. Ой, какой котик. Ха-ха. Ну, хуя лайков мало, потому что. Он стрельнул, кстати, между прочим, не смешно. Меня мама всегда говорила: с игрушечным пистолетом не наводи на людей и не стреляй. Вот сколько помню, она мне пистолетик дарила, я шел с ним гулять и никогда на людей не наводи, говорила. Этот достал и нажал, судя по всему. Началось. ТикТок зальется сегодня, блядь, или нет? Я его проебал, чат, пиздец, все, не зальется. Он уже должен был залиться. Да я его в профиле сохранил, но он теперь видосом шакалистым будет. Перезайди в ТикТок. А он, кстати, пропадет сейчас, если я перезайду. Ну-ка, я вот сейчас выключу его. Ебать, фары! Вот это тити у тети. Ну все, ёп. Смотрите, все, ГГ нахуй. Пропал. Да у меня был Гарри Поттер смешной. Смешной, блядь. Он еще, сука, наверное, не сохранился. А, нет, сохранился. Пингвинус мелаванга маскар. Кавасаки. Каго. Крико и стрипер. Пингвинус мелаванга. Блядь. Сука, ору каждый раз, ты хоть. Бля, это пиздец. Кайф? Бая-яйо, бая-яйо. Я тебе дам курва, бая-яйо, ты пьеса, ты бабуся в дупы заебаны. Если курва не за уикенд, там кто-то морды курва. Бая-яйо, бая-яйо. А что такое бая-яйо?
О, Райан Гослинг, кайф. Райан Гослинг. Пиздец. Это что-то легендарное, казахи? Это хитяра жесткий. Надеюсь, у тебя отпадут волосы. Здравствуйте, мужчина. Как долго вы отращивали такую пальму? И еще вопрос от чата. Сосал. А твой мастер в курсе, что ты ведешь эфир для своих больных детей? Рис, 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 рис. Закину денюшку, чтобы ты вышел оттуда лысый, но богатый. Ните ему, пожалуйста, машинкой под ноль. Молодой человек, ваш клиент расплатится не деньгами, имейте в виду. В хорошем темпе движешься. Уже на ты перешли? А можно его сразу на лысо? Мужчина с зелеными волосами, подстриги его на лысо. Он пассив. План? Не заплатить и сбежать еще в силе. И на запястье полных бабочек живот. Это хитяра ёбнутый. Не забудь выключить стрим, когда секс начнется. Надеюсь, у тебя отпадут волосы. А это про этого мужчины ты говорил, что он тебе понравился. Мне уже не нравится. Давай сразу на лысо. Хуй-хуй-хуй-хуй-хуй-хуй-хуй-хуй. Надеюсь, у тебя отпадут волосы. Типа, 3 года металлом питались, решетки грызли, мешками пули глотали, кровь ведрами черпали, зубами отковывали, на нас танки буксовали, на минном поле 3 гола забили, медведя за зверя не считали, 4... Продажа детей Запорожья. В избранном у 1711 человек. Чел пишет, кинь ссылку. Класс. Равшеденсдей. Ой, бля, я уже вижу какая-то... Блядь. Браток, ты что творишь? Ты меня зачем фотаешь? У тебя проблемы? Чё с тобой не так? Ты чё, коп? А ты чё так завёлся? Чё набух-то? А чё ты меня фотаешь? Помните, мы раньше их смотрели вообще? Ну, вот этот канал. Я тебя не фотаю, чувачок. Тогда покажи телефон. Я тебя не фотал. Тогда покажи, что ты фотал. А? Или что ты там делал? Мабой, я делал селфи. Селфи? Селфи делают вот так, а не как ты. Мабой, так в чем проблема-то? В том, что ты меня фотал. Ничего я не фотал. Тогда давай вали. Браток, остынь. Ты что творишь? А нечего меня фотать. Ты чё творишь, ёпта? Эй, слышь, чучело! Васап, бро, what you doing? Васап, ты меня снимаешь? Землячок, ты меня снимаешь? Снимаешь меня? Васап, ты чё творишь, ёпта? Ты чё тут исполняешь? Слышь, бля, куда собрался? Давай, чё ты? Ты нахера это делаешь? Зачем тебе это? Камеру вырубай! Вырубай камеру! Землячок, вырубай камеру! А ну, бля, вырубил! Это на самом деле, да, хорошая реакция. В России так реагируют, если не постанова, на стрит-фотографер. Вырубай нахуй! Ох, алло, ам стрит-фотографер! Ты чё, охуел, ёбище, блядь? Я тебя сейчас тут не нахуй ебану, мам, землю положу. Excuse me, girl. Вы мне очень понравились, можно сделать фото? Ты чё, мудак? Поэтому это всё постанова ебаная. Should you speak English? Yeah. What is your good name? Осуждаю! Осуждаю. Я вот сейчас собираюсь, и знаете, о чем я думаю? Я так. Думаю о женской дружбе. Угу, давай. Let's fucking go there, shall we? Знаете, вот это женской дружбы не существует, женщины друг друга ненавидят. Я это слышу с детства. Вот как только я вышла в интернет, это было во всяких пабликах. Какие-то непонятные учения от ноунейм-лузеров, если честно. Мне кажется, этот миф придумали и развили мужчины, чисто чтобы мы априори видели друг друга соперниц. Чтобы мы не рассказывали их секреты друг другу, и они могли... Да делать не... иметь над нами больше контроля. Кукушка поехала вообще окончательно. Блять, прикиньте. О, вот так нахуй они придумали, эти мужчины, ёб.
ебаное, бля, делать, и мне придумали. Ну ладно, давай посмотрим, что дальше говорит. Потому что на самом деле самая большая поддержка, которую я когда-либо получала, была от женщин. Будь то безопасность, будь то плечо, на котором можно поплакать, будь то какая-то тусовка. Конечно, у меня были подруги, которые меня разочаровывали, с которыми, к сожалению, пришлось прекратить общение. You know, they just fucking people, of course. Точно так же, как и были мужчины, которые меня разочаровывали, были друзья мужчины, которые меня разочаровывали, от которых пришлось отказаться. При этом ни одна женщина... Она отказалась от друзей мужчин. В детдом нахуй сдались, блядь, типы. Женщина не желала... Да нет, мне нравится слушать, короче, бред и чушню ебучую какую-то, вообще просто необоснованную. Мне столько зла и не делала мне столько зла, сколько мужчины fucking on a daily. Интересно то, что сейчас, когда в конце немножечко speak English и типа вообще amazing TikTok create получается. У нас у всех появился интернет, мы начинаем немножко больше думать и больше делиться своими мнениями и понимать, что это все был один сплошной наеб. И я знаю, что придет кто-то в комментарии, который скажет, ну вот, на самом деле, женщины мне вредили, и все добро, которое я получала, это всегда было от мужчин. Тебе просто повезло. На самом деле, я могу сказать, что, типа, тут не зависимости от гендера. Меня вот просто раздражают, бля, вот эти тиктокеры-мужики, тиктокеры-женщины. Меня просто рыгать с них тянет, потому что они обобщают всегда. Все зависит от того, где ты, блядь, общаешься. У меня и друзья гондоны были, и девчонки-чмошницы вообще всем, с чем того, что я пацан. И наоборот, типа, может быть, если ты девчонка, у тебя и пацаны гондоны, и девчонки гондонши будут. Просто нужно как бы избегать вот это общение. Если у тебя их нет, это не значит, что этого нет. Типа, камон. Камон, let's do this! Реально, really. Ну, speaking нормально, please, next time. Thank you so much. Короче, я к чему говорю? Окружение пиздец как роляет. Если вы районные долбобы, там 100% будут ебанутые друг на друга чмырить. Два друга друг у друга девушку угнали, и вообще хз как, блядь. У девчонки нахуй подруга пиздила парня. Это классика вообще ебаная, и в этом проявляется это все дело. Вот и все. И как бы это не зависит от возраста, кстати, да, скажу вам я. Нужно просто таких людей в принципе избегать, неважно. Чек не комы. Да там, блядь, подорванные жопы мужланов, наверное, будут. А, ну... ну тут 15 years old moment. И все. Тут как бы забей. Причем они сначала говорят, женской дружбы не существует, а потом также между дружбой и женщиной не существует. 2000 налайкало! Кто сказал, что женской дружбы не существует? Где-то услышал, обиднуло что-то. Вот по поводу дружбы между мужчиной и женщиной не существует, это я ебать как часто слышал. А вот типа, что женской дружбы не существует, я, блядь, вообще не слышал. Короче, хуй с ним. Крысы страшно злятся, когда корабль, с которого они сбежали, не тонет. Крысы страшно злятся. Красава, корабль... бля, брат. Прикол какой-то. На камеру телефона попала самая деловая обезьяна, которая настолько обленилась, что уже не подходит к людям за едой. Она выставляет лапы и ждет, пока еда упадет ей точно в цель. А местную обезьяну прозвали ленивой коровой и отказываются ей. На камеру телефона попала самая деловая... Бля, надо Алину так записать, это ж пиздец. Это прям по пиздец подойдет. И на меня тоже подойдет, кстати. Ой, это извиняться надо будет. Мана и тухткарушин. Осуждаю. Оригинал есть? Срочно. У меня друг только что в телегу написал, интересуется очень. Я потерял парня, я потерял девушку. Свою я потерял Бога. Все, что можно, потерял. Вот это грустно. Понимал и расставал. Все проще простого. Становился все сильнее. Бля, ебать, ору пиздец. Что за тренд? What the fuck? Поем. Да не надо, меня посадят. Меня посадят. Опа, видели? Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Ничего не было, ничего не было с этой девочкой. Попался. Ой-ой-ой. Бля, она классная пиздец, она мне подарила наклейки. Она очень классная девчонка. Я, короче, ее перепутал с другой девчонкой. Я спускаюсь со сцены. И до этого я общался, короче, с
девчонкой в косплее Бэби Инвокера. Примерно, Боря, вот так вот. Вот видите, я сижу, вот такой рост был примерно. Его Бэби Инвокер, думаю, пиздец. Она такая классная оказалась. Она, блин, я не помню город, который назвал. Курган, что ли, не помню. Приехала, типа. Я, короче, что-то там съебался, пошел это самое. Мы закрыли фест, выхожу. Смотрю, стоит девочка уже такого же роста, маленькая. Я говорю, о, Бэби Инвокер. Она такая смотрит, говорит, чего? Я говорю, ну ты, типа, Бэби Инвокер. Она говорит, чего? Я говорю, ты в костюме Инвокера из Доты была. Она такая говорит, нет. Две девочки были одинакового роста, маленькие. И, короче, я думал, что та пошла, переоделась, типа, и стоит там подругу, ждет что-то. Я перепутал ее. В общем, познакомился, по-моему, ее Лоли Самурай, что ли, что-то такое ее там, по-моему, зовут. И она мне, короче, такая говорит, попели, что-то попукали. И она мне подарила стикеры. А я наклейки люблю, пиздец, она мне подарила наклеечки. Она говорит, на, ты классный чувак, я не ебу, кто ты, правда. В натуре! Блять, а в натуре нахуя? Ебать нахуй, это пиздец, как сообразить-то? Я на трешку ебу выезжаю в Москве, нихуя не пойму, тут пиздец, как тут ездить нахуй? Бля, вот это вообще пиздец, ступняк ебаный, вот тут реально по факту. Вот тут по факту, ладно дороги, но вот тут реально по факту. Почему прямая кишка, нихуя не прямая, м? Зато, прикиньте, вы бы поели, вы сразу как Бэби Бон просто, ну, реально, вот помните, кукла была Бэби Бон, туда в рот заливаешь ему, он сразу гадит. Вот так же, как хомяк, знаете, вот хомяку дай похавать, он пожрал, через минуту посрал уже. Даже минут это много слишком.